За добросовестный труд и в связи с юбилеем на планерке поздравили главу Приморского сельского округа Василия Рогалева. О работе сотрудников полиции отчитался начальник отдела МВД Андрей Терехин. Участились случаи краж личных вещей. Преступники пользуются беспечностью отдыхающих и занятостью местных жителей. Из нелегальной продажи за 2 недели изъято более 9 000 алкогольной продукции. На курорте продолжают оказывать гуманитарную помощь украинцам. Ситуацию держат на контроле специалисты миграционной службы. Можно остаться здесь проживать неопределенное время до урегулирования. То есть у них нет цели именно получить там статус беженца, потому что это влечет ограничения соответствующие потом в дальнейшем выезде их обратно на родину. У них нет цели работать, потому что, как правило, у них деньги есть. Есть сбережения, да? Да, есть сбережения. Они приезжают сюда, как правило, к близким родственникам, к своим близким друзьям, знакомым. И поэтому основная позиция их – это чтобы здесь законно находиться. Потому что сейчас для иностранцев есть ограничения 90 суток из каждых 180, и они боятся, что пробыв здесь 3 месяца, они могут попасть в разряд нелегально находящихся. Пересмотрят функции и обязанности специалистов МФЦ. Окно, где принимают граждан по вопросам образования и электронных очередей, детские садики, Светлана Ярова обязала работать полный рабочий день. Сегодня в МФЦ оказывают 59 муниципальных и 64 госуслуги. В станице Гастагаевской работает удаленное окно МФЦ. Специалист ведет прием 3 раза в неделю. За 2 недели принято свыше 20 пакетов документов в обработку. Дано более 40 консультаций. Сейчас изучают спрос населения для того, чтобы распространить этот опыт в другие отдаленные территории. Строго наказывать нарушителей, действующих самовольно. Это касается и застройщиков некапитальных объектов, и предпринимателей, размещающих рекламу. И одновременно поддерживать законопослушных анапчан. Сергей Сергеев привел в пример хозяина мини-гостиницы на улице Кати Соловьяновой. Гостиничка небольшая, но проекция до средней части, там, где я уложена, вырезана идеально. Это человек, который любит своего домовладения. Создает удобство для гостей. Вот выясните, кто это, дайте мне, что это за гостиница, кто это фамилируется, и зеленую улицу по всем вопросам. Обратить внимание на порядок на закрепленных территориях – задача для всех чиновников на этой неделе. Особое внимание – стрижке газонов и профилактике распространения амброзии. По каждому факту нарушения этого правила на ответственных лиц составят протоколы об административных правонарушениях. Каждый район и улица Анапы должны выглядеть как в курортном городе – и в центре, и на периферии. И за этим должны следить все жители курорта – анапчане, предприниматели, сотрудники городских служб.